И последние жители трех новостроек по улице Пирогова в Якутске уже как месяц получают чистую воду, не выходя из дома, а прямо в квартирах из-под крана. Такие удобства воплотились в жизнь благодаря резидентам технопарка Якутия, которые создали современное оборудование по очистке воды. В инновационном доме побывала Марианна Кутукова. Николай Кононович со своей семьей переехали в новую квартиру по улице Пирогова, 9, в декабре прошлого года. Второй кран на кухне с чистой питьевой водой установили месяц назад. Как признается хозяин квартиры, кран с питьевой водой намного упростил их жизнь. Отныне не надо заниматься бесконечным заказом воды и устанавливать дорогостоящие фильтры. Нам очень повезло, и семья очень даже приятно такой водой питаться. Как вам качество воды? Качество воды очень даже хорошее, вкус очень приятный, прозрачность очень кристально чистая, поэтому мы благодарны. Всего в этом доме такие краны есть в 200 квартирах. Это стало возможным благодаря реализации проекта «Чистый кран» резидентов технопарка Якутия. Заключив договор с управляющей компанией, они установили на первом этаже этого же дома свое оборудование по очистке воды, которое поступает с центрального водопровода. Данное оборудование производит шестиступенчатую очистку воды. Туда входит ультрафиолетовое обеззараживание и минерализация. Затем чистая питьевая вода поступает в эту трехкубовую емкость. Далее идет в квартиры. Отметим, что оборудование полностью автоматизировано. Вода здесь набирается по мере необходимости без участия человека. Ну, плюсов очень много. Во-первых, мы каждый месяц там доски объявления вешаем, анализы лабораторных исследований, то есть уже наш клиент, наш потребитель уже знает качество своей воды. Качество своей воды. И ну, еще плюсы. Потребителю уже не надо ждать воду, заказывать и платить больше. Сейчас вода стоит 120 рублей, бутилированная вода. А наша вода, если 4 умножить на 19, сколько будет? 76 рублей всего лишь уходит. И кран открыл, сразу чистая вода, можно пить с нулевого возраста, не кипяченая. Счет за использованную питьевую воду приходит к жильцам вместе со всеми коммунальными квитанциями. Стоит отметить, что в будущем резиденты технопарка намерены устанавливать питьевые краны не только в новых жилых домах, но и в социальных объектах. Марианна Кутукова, Андрей Секритов, НВК Саха, Якутск.